Богомола отмажут. Так, ребят, его никто не трогает. Я не удивлюсь, ребята. По поводу Богомолова. Совершенно не удивлюсь, если он не вымолвит ни слова. Вообще ничего не скажет. В оправдание своей так называемой жены. Ни словечко, ребят. Богомолов зарекомендовал себя как предатель. Он шестерка. Он режимная, ребята, прошмандовка и пройдоха, который вообще в принципе продал свои, в принципе предал свои принципы и идеалы. Я очень хорошо помню его позицию еще несколько лет назад. Не 10 лет назад, а 3 года назад. Она была, была позицией свободного человека, который выступает за институты, за демократию, за равенство, за свободу выступает. И это было самое важное. Он поддерживал, между прочим, Навального. У него был конфликт с тем же Александром Молочниковым, ребята, из-за Навального. У Богомолова была очень четкая позиция по поддержке Алексея. А Молочников, ну, нет. Он сам это рассказал. Поэтому, может быть, всякое. Он может молчать, Богомолов. А может, как пионер, ребята, в 37-м году. Я отрекаюсь от своего отца, врага народа. Ребята, чудные дела твои, Господни. Мы можем такое увидеть в ближайшее время. Такое, о чем мы помыслить с вами не могли. От этих сволочей можно ждать всего, чего угодно. Олежа, вот это вырезать. Обязательно про Богомола будем всирать. Эту мурмышку.